машина. Как всегда, все справедливо. Так и сейчас. Да ничего не меняется. Люди-то те же. Ну, может поменяться. Люди-то те же. Да, назови хоть Украину, хоть ЛНР, хоть Россию. Люди-то не... все равно все те же. И когда это безумие закончится? Да никогда. В Турции, ну это катастрофа, это техногенная. Ну у нас. Это ж надо стравить русских справить. Это... ага, так, вот это вот мы в детстве смеялись еще. Там ну, так, то ли Украина объявит России войну, то ли Россия нападет на Украину. Смешно было. Да, там мы там все так дружно жили. А что мы, если там не понаехаешь, а там все и западное. Ну, что надо посмотреть, что хохола, а ты конца. Ну, все, мальчики. Сидим вместе за столом. У нас и помогля были с западной. И это все. И у нас одноклассники западной Украины никого не было. А так были русские, украинцы, белорусы, татары, два корейца, евреи, само собой. Ну это понятно, они везде, да? Да, да. А с ними можно дружить, они такие. Ну нормально, я поддерживаю отношения с товарищем, он в Израиль уехал еще лет 30 назад, а мы с ним переписываемся. Так у нас в голову никому не приходило даже не то, что там воевать по национальности, а даже оскорбить по национальности. У нас, если кто-то наших пацанов с корейцем где-нибудь то ли на соревнованиях каких-нибудь, то ли еще где-то назовут узкоглазыми, так мы за них все драться лезли. Потому что свои, и голову нам не приходило назвать их. И дружили, и после школы сколько дружили, и общались, и шашлыки, и свадьбы, и дети Кристины, это все вместе. Кому в голову пришло? Так главное тут как разделились, которые живут. Особенно с той стороны. Я же со многими общаюсь, я сепаратист и все. Крещение, я не пойду сепаратистскую в эту церковь в станице. Да ну не по 10 тысяч приглашают. Иди это мужчины. Нет, нам не надо эти сепаратистские 10 тысяч. Ну сидите, не надо. Да не надо, ну и не надо. Это вообще. Смотрятся из этого телевизора. Канал эти нас смотрят. Ну это понятно, что западная она всегда так это недолюбила Донбасс. О, это ну, я в 82-м году. Ну ничего страшного, но никто же. Ну в 82-м году это ну, самый застой как раз. Да. Был во Львове, там месяц жил. Ну, во Львове, Трусковцы, да.